Всем привет, ребят, с вами Гамар, это у нас Warzone. Наконец добрались, у меня руки до него, я даже по нему соскучился, как меня убивали и как я страдал и горел. Последний раз у меня выходил Warzone, вроде на стриме. Сегодня пятница, я планировал постримить, но у меня не получится постримить, поэтому я решил записать серию. Один сегодня, потому что рано утро, я записываю, никого нету, кто на работе, кто где, короче, что-то пендрится. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, кто кушает, всем хорошего вечера, пятницы, ставьте пальцы вверх, туда-сюда. Переходите на канал в Дискорде, ссылочка будет в описании. Залетайте, будем обсуждать, не стесняйтесь, общайтесь, давайте коммуницировать, все будет ништяк, а мы начинаем, полетели. Так, вот Warzone. Warzone. Какие-то гориллы тут появились. Опять все за бабосики. А что я хотел сделать? Одиночные выпуски я буду выпускать тогда. Буду бегать и качать какое-то оружие. Какое-то. Допустим, это будет у нас так. Надо будет по камере посмотреть ее тут обставить. Грубо говоря, комплект номер 3. Мы его сейчас сразу обзовем как... переименовать. Вот. Это у нас будет, как назвать-то его? Качаем. Качаем один. Заебись. Переименовал. Как же его обозвать-то? Назовем его тест. Тест 1. Заебись. Выбираем здесь оружие. Основное буду штурмовую винтовку брать прокачанную на случай того, чтобы я мог отстреляться. Где она у меня? Я, наверное, возьму. Что взять? Никита у меня уже на фуле. Никита на фуле. Это у нас тоже на фуле. Надо что-то взять одно. Потому что качать одновременно. Хотя. Автоматическая штурмовая винтовка с высокой точностью первого выстрела. Никита-то мне нравился. Посоветовали мне прокачать Кила и HDR. Не могу понять. Вот Кила. Кстати. Автоматическая штурмовая винтовка с энергетическим дизайном, умеренно скоростной дизайн. Вот, будем качать ее. Выбираем сюда Кила. Мне же надо перки выбрать. Да. Фора. Сейчас вернем сюда еще. Кила. Почему он не выбрался? Что-то я не понял. Подожди, тест 1. Да, все, вот. Кила. А сюда ставим. Снайперская винтовка. HDR была. Вот это вот, да? Я так понимаю, что она пиздец какая тяжелая, но она первого уровня, поэтому будем ее брать. Перки берем. Бегом марш. Сюда мы берем. Да, разведчик. Все, этого достаточно. Тут что подсвечивается, а тут что такое? Следопыт, это нам нахуй. Ничего не могу сделать. Все так, боевое снаряжение. Сказали мне взять липучку. Что за липучка? Липучка с таймером. Я кидаю гранату вот так вот. Через барьер всякие. Она бывает отскакивает, летает. С липучкой я буду вообще промахиваться. Поэтому я все-таки останусь при своем. Вот здесь тактическая граната. Что взять? Датчик сердцебиения. Честно, с ним я пока не в ладе. А тем более, если еще сейчас буду. Можно взять стимулятор. Или взять. А что взять? Тем более, все бегают и видно, да? Поэтому я возьму, наверное, все-таки. Да давай возьмем датчик сердцебиения. Почему бы и нет? Возьмем его, и все будет у нас хорошо. Тест. Все, тест есть. Есть скилла и HDR. Все, будем, попробуем прокачать это все.
55 левел у меня, дубинки и камни, что за новый уровень? В этой королевской мини-битве доступно только холодное оружие и арбалеты, как в комплектах, так и среди трофеев. Понятно, все. А возрождение... А этот убрали, да, режим? Да, походу... Да, пос... Вот. Последний рубеж. Что-то мне дали, месяц, ладьев, какую-то куколку мне дали. Понятно, все. Мы победили, злодеи, да, победили, да, триумф злодеев, злодеи героев, 186, триллионов. Пойдем в добычу четверки, пойдем в добычу четверки. Хотелось бы, конечно, поиграть в тот режим, где была, ну, не королевская битва, а 20 на 20 вроде, или 30 на 30. Там можно было хорошенько прокачать. Но за неимением того имеем это и заходим в добычу четверки. Ладно, погнали. Надеюсь, никак не повлияет то, что сегодня утро. Решил кастомизировать маленечко свою вебку. Думал. Блять, сколько всего. Сколько я, наверное, 15 вебок сделал. Всяких разных. И оформления. И так, и всякое. Мне что-то все не нравилось. И мне почему-то вот предыдущая, которая у меня была, красная. Я ее просто поменял под себя. Под синенькую такую поставил. И пусть она пока у меня такая будет. Написал Гамара, хуяра там туда-сюда. Пусть пока будет так. Надо какой-то единый стиль, а ты все выбираешь. Ну, это свойственно начинающему каналу все это делать. Че, как без этого? Где, блядь, поиск? А я... Подожди. Оружие, блядь. Изменить комплект. Вот, нам надо сделать вот этот вот, добавить в избранное. Все, у меня вот он избранный. Вот, и все. Кила есть? И HDR-ка есть у меня. Но как я помню, как я с нее стрелял. С ней, наверное, надо бегать и по кустам шкериться. Не знаю, посмотрим, как это все будет. Ауди, вот это, да, мне тоже надо будет настроить громкость музыки, громкость диалогов, громкость эффектов. Эффекты здесь пиздец какие громкие, меня аж прям калят. Ладно, поставим на пока. Пусть пока так я в этом настрою. Во, пацаны нашлись. Что у меня? Нихера себе. Ребята-то с собакой. А кто это с собакой у меня? По-любому, наверное, Инда Плюс. Или как он там был? Инда Плюс, Инда Минус. Бегать ли с ними я пока не знаю. Но, наверное, буду бегать с ними. Что поделать. Сейчас посмотрим, что у меня за пушки. Надо учитесь куда-то... пока можете. Скоро давай. Ждет настоящий тест. Ебать, куда я приземляюсь. А я сейчас пока как раз звук настрою. Так. Надо куда-то забежать. Да-да-да, голос, звук здесь, конечно. Параметры, аудио, общая громкость... Так, громкость диалогов оставляем здесь. Громкость музыки отключаем. Эффектов 30. Да, тихо. 50 пока поставлю. Все. Да, в прицел она, конечно, входит. Ее... А я не... А ну-ка, вот это что за оружие? Сколько у меня патронов? Ага. Тренировка окончена. Посмотрим, чему вы научились. Прицелка. Я не знаю, может быть, она потом изменится, когда будет в прокачанном состоянии. И все будет чики-пики. Но как он входит долго в прицел, это просто мама дорогая. Ну ладно, сегодня в выпуске будем, короче, бегать с этим комплектом. Назовем его так. И вы лидер отряда. Ваша задача проста. Собрать больше денег, чем противник. Так. Так, боец. Укажите точку высадки для своей команды. Куда вы высаживаемся-то? И что там? Ладно, высаживаюсь тоже. Не знаю, что сейчас здесь будет. Ебать, один умер, но это вообще цель как-то... Цель на ликвидацию подтверждена. Разберитесь с ней.
Давайте поднимайтесь, блядь. Так. Выдвигаем. Так, а куда нам бежать-то? А, подожди, карта, карта, карта. Ебать нам бежать. Бежать прям пиздец. Так, здесь что такое? Ну а что делать? Надо как-то качать их. По-другому-то и они никак не прокачаются. Убивать и выполнять цель, уничтожить какого-то ДР, блядь. Мы пока сейчас туда добежим. Мне, кстати, еще понравилась очень королевская битва. Но там, да, там уже никто так ебальником-то не торгует. И все же там дело так, лидер боя отмечен. Так, он движется, где-то там. Противник близко. Не попал. Блять, еще 5 патронов всего. Противник близко. Идите в указанный пункт. Где, 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 где? Есть один. Транспорт ждет. Отмечайте площадку. Союзник наносит точечный авиаудар. Будьте внимательны. Наблюдаю противника. Где он, блядь? Блять, ну это пиздец. Мы его так и не убили, да? Или убили? А, он увидел меня, что ли? А как он меня увидел? Через датчик. HDR-ка мне понравилась. Конечно, вот это... Чё там, блять, когда я возражусь-то? Так, где я? Где мои парнишки? Парнишки здесь, все. Пеший под... Отмечаю пункт маршрута. Где, где, где? Где-то здесь они. Еще припасы, пора улучшить снаряжение. Тихо, блядь, ну куда ты полез-то? Осколочная пошла. Поиск завершен, иду на базу. Он его убил? Да, он его убил. Он его убил. Противник рядом с вами. Поставил противотанковую. Все, его убили. Еще есть там. Есть, 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 ребят. Заскочу-ка я туда. Движение, внизу.
Действие не было 5 закончилось. Район чист. Где? И как там тут херач? Око за око! В вашем районе высаживается противник. Следите за небом. Пеший патруль! Противник отслеживает ваши координаты. Так. Никого нету, что ты мне пиздишь? Ага, никого нету, уже по мне начали давать. А у меня нету пластин. Нет пластин. А, во-во-во-во-во-во-во. Что-то он открыл там. Противник рядом с вами. Так, никого нету. Где фиолетовый? Где ты мочишься? Ах ты, сука! Откуда он? Я же... А, он сзади меня бежал. Так, параметры. Громкость музыки, да? Ну да, это здесь все оставляем. Громкость музыки нам не нужна, диалоги нам не нужны. Нормально, в принципе, нормально. Так, и чё, где? Где? Это наш вертолет, нет? Нет, это не наш вертолет. Я выйду. Замечен вертолет противника. Где? Это пиздец какой-то. Вот как попадать? Вот как с него попадать, блядь? Есть контакт. Вижу. Ах ты, блядь! Не хватило патронов. На... Кто писал, что она ваншотит, что-то она нихуя не ваншотит. Не знаю почему, но что-то как-то вот так вот. На, все. Мы вообще вдвоем, что ли, остались, получается, да? Блядь, я не посмотрел, как у меня вебка в самой игре. Да, нормально все, огонь. Я вернулся. Ты кто там? А мы вдвоем, блядь, вообще. Там вообще люди какая-то идет. Тра-та-та. Если, конечно, высадиться здесь. Включить режим, блядь, спецназовцами. Посмотреть, повылавливать их здесь.
Я думал, это человек летит, это... В вашем районе высаживается противник. Следите за небом. Тихо, бежит, 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 вижу. Кто бежит-то здесь? Ага, вон там вижу. Сколько осталось? А, 7 секунд, ебать. Я в принципе, где это место находится? Ага, здесь. Все, я туда полечу. Я, короче, понял, я буду снайперить. Покинуть игру. Буду снайперством заниматься, что делать? Что, ничего не прокачалось? Четвертый левел этот прокачался. Кило. А этот вообще не один, что ли? Что за прикол, блин? Почему? Модули, оптика. Оптику могу повешать. Вот этот вот повешаем. Так, оформление. А, камуфляж мы выберем. Ну, вот этот. А что делать, бо у меня больше ничего нет. Прицел у меня какой? Точка. Огонь. Просто вообще ништяк. Так, кил у нас есть. А, здесь что мы можем выбрать? Здесь мы можем выбрать... А почему оформление... Как так-то? Почему у меня горит зеленое, а у меня ничего здесь нету? Хрен с ним. Оптик. Офигеть, какой левел-то нужен. Ладно, погнали. Надо быть четверкой. Без тиммейтов, конечно, играть не то пальто, но а что поделать? Будем выживать так. Будем снайперить. Но я все-таки понял, что упреждение брать на ней не надо. Не стоит. Ну, на такие дистанции, вот как у меня сейчас было, когда я на горе сидел. Где этот дефолт. И тьфу, дефолт этот. Побежал его поднимать. Я стрелял, когда в точку, прям, ну, в персонажа. Попадал. А если брал упреждение, не попадал. Значит, можно бить прям ровно. Это хорошо. Это меня радует. Ладно, ждем поиск. Патим. Патим. Сколько игр и Warzone, и Тундра, Тундра, Армата, и сейчас Steel Rising надо же начал проходить, и еще Dying Light мне надо пройти, и еще, и ебать, сколько всего много. Я как бы выкладываю ролик в день, не знаю, есть ли смысл выкладывать ролик в этот же день стримить, или выкладывать несколько роликов, но это, ну, несколько роликов, это, конечно, пиздец будет, очень-очень долго, ну, в смысле, долго, затратно, по времени, по всему, а так-то да. Надо будет что-то, наверное, вебку как-то подмодернизировать, нижнюю часть, где Гамара написано, вот эти неоновые трубки надо будет сверху убрать, да, надо будет сверху убрать, вот она как-то смотрится, этот, да, уверен, ничего страшного. Где, блядь, пати? Волшебное слово, блядь. Все сразу нашлось. Я полечу туда же, где я сейчас был. Я постараюсь. Ага, подожди. Да, я туда полечу. Я сяду там на горе. И все. Как они меня только запалили? А ну как запалили? Видно же, этот прицел там маякует. Да, и они меня там, конечно. Вот для этого нужен был бы мне дым, я бы дым кинул бы и съебался бы оттуда бы хоть как-нибудь. Потому что не все, скорее всего, берут подсвечивание, когда ты попадаешь в персонажа. А кто-то берет всякие другие, эти, назовем их, перки, блядь, модули. Что так долго ты загружаешься, родная моя? А ты, родная... Такой за красная точка под парашют. А, это типа прицел, что ли? Или что? Это маяк. Ба, я думал уже. Чего? Чего, блядь, было? Короче, загружалось, и произошла какая-то ошибка. Ну, в принципе, это ожидаемо. Я уже не удивлен. С учетом того, что сколько я играю, да, в Warzone, я не каждый день его шпиндрю. Ну и то я наблюдал вот эти вот, то разрыв соединения, то, как его, просто зависала игра. Я представляю, кто играет в нее, задрачивает ночь напролет.
У них, наверное, люто подгорает у Кендра. Наконец-то нашлось, что 5 минут сидел и ждал, капец. Ба 80, там уже в этом, в тиме, грид, баба. Кстати, нам тоже надо какой-то этот сквад создать, вот с этими квадратными скобками, ну, в отряд. И все, чтобы все знали, блин. Мне надо будет, кстати, этот зайти, посмотреть, что это за режим новый какой-то там, с какими-то арбалетами бегать. А у меня арбалета-то нету, блядь. Да. Потренируйтесь, пока есть время. Давай, скоро отправляюсь. Окей. Я полечу туда. Начинает высадку. Где он? Убил, да? Походу убил, но что-то как-то не с первого раза, блядь. Что, есть тут кто еще? Никто не летит, да? В прицел, как она долго заходит. Ладно, тут уже подосидим, что делать-то. Подготовка окончена. Пора отправляться в район операции. А, когда летит, упреждение надо. Видел, как пуля летела. Видел. Надо будет этот. Сейчас полечу на эту гору, засяду там и буду сидеть там. И, бля, похуй. Вообще все буду. Мне надо срочно прокачать HDR. HDR. Так, все. Я не лидер отряда. Задача проста. Собрать больше денег, чем против. Блядь, а где это место? Там мы колбасились, я не помню. А, вон, вижу. Это называется место Fields, или что это? Fields, да. Вот я туда полечу. Пах, и вот туда засяду. Туда. Ладно, пацаны, извините, вы прыгайте туда. У меня как бы своя миссия. Вон, вижу, летят. Да ебать, отцепись ты. Так. Окей. Сели. Смотрим. А сейчас по-любому будут где-то бегать. У меня нету брони. Так, никого здесь нет. А где все-то, ебать? Подожди, я что, вообще прилетел? Куда, блин? Цель на ликвидацию подтверждена. Размеритесь с ней. Охренеть. Слушайте, вообще никого нету. Почему в прошлый раз здесь такая война была? Ха-ха-ха. Так, ну ладно, сейчас может быть они в домах где-то прыгают. Союзник начал кластерную бомбардировку. Ищу припасы, нам нужны новые игрушки. Так, подожди. Вообще никого не вижу. Так, а куда ты ползешь? Нету. Цель уничтожена. Чудесно. Цель уничтожена, чудесно. Ну хоть убей, здесь никого не вижу. Пролет завершен, ППЛА на базу. Люто. Обнаружена бомба с небулой 5. Будьте бдительны. Хоть кто-нибудь где-нибудь-то пробегитесь. Слушайте, вообще реально никого нет, ребят. С чем это связано? А, я понял почему. Потому что здесь был контракт, скорее всего. Да ебать ты, залезь.
А сейчас-то тут нету нихуя, ну все понятно. Ладно. Летим. А, куда летим? Ну, летим к нашим. А, кстати, да, там же на аэропорту, в аэропорту тоже такое же месилово можно устраивать. Там же есть гора, точно. Точно, точно, точно. Так, наш там отпис. Основная площадка отмечена. Транспорт можно, на месте. Блять, можно, конечно, контракты повыполнять, побегать. Но я так не хочу качать. Противник его. Отслеживает ваши координаты. В смысле, блядь, он мои координаты отслеживает? Чё? У нас есть БПЛА. Найдите их всех. Ага, вижу, вижу около этого. Как? Скажите мне, пожалуйста. Как я три раза в него выстрелил? А, они просто меня вдвоем фигачили. Все понятно. Я в него три раза попал и... И чё? И все, блядь. Хуйня, походу, это HDR. Я не знаю, почему, но три раза попал и три раза. Он даже... Союзник начал кластерную бомбардировку. Да, может, я списываю это на то, что... У меня она не прокачана еще. От слова вообще, блядь, пиздец первого уровня. Ебать, как тут народу. Просто люди. Нанесен ядерный удар. Бомба с небулы 5 заложена. Союзник начал кластерную бомбардировку. Союзник наносит точку. Ожидается взрыв бомбы с небулой 5. Будьте осторожны. Они запустили жертву ЖЛА. Будьте бдительны. Где он? Так. В отдаленном районе подорвана бомба с небулой 5. Я здесь не пробовал. Это тоже снайперюга тут сидела. Тоже снайперюга сидел. Кто здесь упал? Ага. Ебать, я ёбнулся. Куда? Тут деньги, если нужно кому. Да, вот на этой хуйне. Время уходит. Идите в указанный район. Да, блядь! Ну, капец! Вы перехитрили этих следопытов. Разумный ход. Есть контакт. Очевидно, очевидно было, что меня здесь жухнут. Ну ладно, будем так потихонечку помаленечку качать кучу. А это не этот же чувак, которого я убил. А, вылазка за припасами. Вот понятно. А мне кажется, это он и был, потому что я его. Что это он взял? Так, и где. А, сейчас здесь не было, блядь. Тебе буду делать. Фигбан, если что, делайте снос. А все, нету. Действие не было 5 в соседнем районе закончилось. Район открыт. В районе замечен вертолет противника. Уничтожьте их и запрещите.
Да ну как это, ёб твою мать, ну сука, как он это увидел, блядь, я не могу понять. Я помогу. Спасибо. Спасибо, спасибо, подняла меня девочка. Или мальчик. Зайчик. Кто стреляет? Этот контракт просрочен. Начинайте следующий. Так, этот там с кем-то воюет, я так понимаю. А, нет. Бежим. Обнаружен контакт. Оглушающая пошла. Меня обнаружен контакт. Он мертвый. Тихо, кто-то стреляет по мне, я понял. Блять! Кто-то где-то здесь есть. Нет никого. Обнаружили. Да откуда вот, блять? Ну как, я ж, блять, включил эту хуйню! Вот эту, блядь, радарную. А, у него, наверное, кстати, возможно, у него... Ну тогда смысл вообще вот этот из залупины? Ты просто лишний раз отвлекаешься на нее, и все. Вот реально лишний раз отвлекаешься, а люди бегают, что ты не видишь. Какой КПД от этой залупы, блядь? То есть ты смотришь на нее, и ты не уверен на 100%, что рядом никого нет. Вот я посмотрел, никого не было. А он, блядь, бежал в 15 метрах от меня, он какой-то едет. Ладно. Противник рядом с вами. А, ну вот. Хорошо. Тут деньги, если нужно. Оп. А, ну все. Что у меня выскочило? Ага. Бронза. Вот такая вот каточка. Ваншот. Шанс ее. Не знаю. Но если чувак фуле бежит, то... Четвертый левел. Неужели наконец-то, блять, я могу что-то повешать? Просто аллилуйя. Что это такое? А маскировка... Дульного пламени. Да. Да, блядь. Подожди. Ну ладно, его возьмем. За неимением. Это что такое? 3.25. А у меня какой стоит сейчас? Ну, он маленький, маленький. А вот этот у меня хотя бы по... Ладно, попробуем его взять. Не знаю, сильно не ругать. Перк, что такое? Оглушающее действие ударов в рукопашку. Нахуй мне это вообще не нужно. Рукопашки ваши. Накормление, камуфляж. Могу покрасить. Да, тоже. В один тот же цвет. Все, бля, все у меня одного цвета. Просто офигенно. Дуло здесь могу зато выбрать. Что оно мне дает? Маскировка дульного пламени. Ну, возьмем, делать нет. Перк. Мне кажется, вот это вот возьмем. Оформление. Вот опять оформление дали. А что дали? Ничего не дали. А, кстати. Нахуй идешь. Так, датчик сердцебиения. Скажи, показывай контур противника радиуса поражения. Вот. Сканирующую гранату я возьму. Все. А, идем еще разок в добычу. Ну, серьезно, вот я не знаю, либо вот эти датчики сердцебиения, я думал, ты на него можешь положиться на 100%, да, какую-то там тактику делать, какие-то там раши, хуяши от тети Яши. Но ты не уверен на ней в 100%. Все, а от нее тогда толк какой?
если можно на нее поставить ту же гранату сканирующую, либо гранату-липучку. Да даже хрен с ним этот стимулятор, который ты себе вводишь. Я так понимаю, он только жизни восполняет. А тут жизни восполняется, в принципе, блядь, сколько, за 3 секунды. Ну, я утрирую, так оно само доходит без брони. Если бы эта херня еще броню давала, то да, был бы must-have. А так, я не вижу смысла. Каких-то таких перестрелках, когда начинается, ты все, ты труп. Тебе не поможет ни сканирующая граната, ни датчик сердцебиения, ни хера. Тебе только сам Господь Бог, блядь, если спустится с небес, тебя вот так вот, блядь, возьмет, поднимет, то, да, возможно. Возможно, ты жив останешься. А вот так вот, ты бежишь по этим джунглям, бежишь, просканировал, такой думаешь, а, никого нету. Хуяришь и начинает тебя стрелять, условно, слева, справа. Ты разворачиваешься и видишь перед собой хуево тучу кустов, деревьев, и тебе ничего не поможет. Ни стимулятор, ни липучка, ни попрыгучка. Единственное, что реально может помочь, это дым. И дымом ты можешь хоть под себя кинуть, хоть кинуть куда-то, и противник будет думать, что ты в дыму. Все. Мне кажется, ну, для меня это более как это тактически вот в этом во всем пиздеце, которое здесь происходит с этими кустами. Вот вообще чувак в кустах. Он начнет в тебя стрелять слева. Да ты его никогда, блядь, нахуй не увидишь там. Вот реально. Откуда ты начнешь, блядь, водить дулом по экрану? А толку от этого ничего не будет. Ничего ты не увидишь. И ты просто сдохнешь. Как это, в принципе, у всех бывает. Проверьте оружие и снаряжение. До высадки еще есть время. Противник рядом с вами. Где, блядь, рядом с нами? Есть контакт. А, перезаряжаем. Где вы собрали? Я думаю, птица летит. Ну вот как в него попасть? Скажите мне на милость. Дорогие мои. Где? Противник начинает высадку. Игры кончились. Ожидайте отправки в район конфликта. У меня руки кривые, скажите, пожалуйста. Я стрелял, вот он летит, я стрелял в него, я стрелял вперед, я стрелял назад. Ну, назад не стрелял, но наперед я стрелял. Я не попадал. Попадание характеризует такой звук. Я слышал просто... Тишина, блин. О! Нихуя себе, учительница моя школа. Такие жачки были. Вы лидер отряда. Вы можете получить деньги, нет, выполняя контракты, собирая трофеи или уничтожая цель. Куда? Так, боец. Укажите точку высадки для своей команды. Никто нихуя ничего не указывает, да? Это кому-нибудь надо? Ладно, попробую здесь высадиться. Кто где летит куда? Кто-то летит иду туда. Последу. А никто здесь не высаживается, прикол. Да, никого здесь нет. Ладно, летим по центру. Вообще, вот высаживаюсь я как бабоженька. У нас есть БПЛА. Найдите их всех. Кто это стрельнул? Что, взять? Цель обнаружена. Устраните ее. Где она? Ебать, она как далеко. Оп. Кидаю гранату. Здесь есть кто-то. Сборный пункт выброс. Сидел, а? Смотри, сидел. Цель уничтожена. Чудесно. Классно. А вот, видел. У
них работает БПЛА. Так, и чё? Сканирующая граната будет куда лучше, потому что я понял. Я сюда. Это нам выбрать больше не нужно. Где? Что они там показывают? А, типа можно вот здесь вот засесть? Еще припасы. Нам нужны новые игрушки. Ну да, с таким-то прицелом пиздец, только снайперить. Где они? Все отсканировано, покидаю зону. Чего вообще происходит? У нас есть БПЛА, найдите их всех! Подожди, а куда этот убежал? Где, блядь, все игроки-то? А, вон, вижу. Его убили, нет? А я думаю, что он здесь-то. Опа, вижу в доме кого-то. Основная площадка отмечена. Транспорт на месте. У них работает БПЛА. Какие-то они недружелюбные. Займусь стрелком. Союзник наносит точечный авиаудар. Будьте внимательны. Где? Вкусно. Сидит, вот что он там сидит, я тоже не понимаю. Я вообще где высадился? У них работает БПЛА. Вон ребята там летят. О, я помню это место, я тут нашпиляхал. У них работает БПЛА. Ебать, как долго. Преследую врага. Вот реально, вот здесь бы дым помог. Разыскиваю припасы, ищем улучшения. Как долго, господи, боже мой. Противник начинает высадку. Ну, пожалуйста. Все. Разведданные получены. Молодцы. Союзник наносит точку. Иду по следу. Это нам больше не нужно. Где он? И кидаю гранату. А тут никого нет. Она через двери сканирует, нет? Да, конечно, через двери, блядь. Противник начинает высадку. Наш антирадар запущен. Обнаружена бомба с Небулой 5. Будьте бдительны. Иду по следу. По какому он ты нахуй следу? Союзник начал кластерную бомбардировку. Вот. Подтверждает. Вертолет скоро заберет ваши деньги. Ага, идет бомбардир. Наши стреляют или нет? Гоупо прыгает, сейчас по жопе, блять, получит там. А че мне отдавать-то? У меня ничего нет. А, у него 139 тысяч. Понятно, что он хочет отдавать. Вертолет прибыл. Можно вносить деньги. Работает БПЛА. Да ебать.
Свои тоже, блядь, кровно заработанные кинул туда на общак. Кто, блядь, стрельнул? Кто там? Кто? Охренеть. Груз на борту. Вертолет покидает район. Не, ну это там, конечно, я все... Я прекрасно понимаю. Опа. Опа. Не работает ППЛА. Ищу припасы. Нам нужны новые игрушки. Так, я их там засек. Где он? Да отключись ты нахуй! Заебись, вынырнул, показал свою ебало. Кто там по мне пытается все вжарить, а? Ты сука. Союзник наносит точечный. А, он сверху, он сверху, блядь, сидит. В принципе, у него сейчас тоже подгорает. Какого хуя? Патронов не хватило, так бы его бы заколбастил. С чем он бегает? Что это у него такое? Узнать, что это у него такое интересно. Да, блядь. Ромикс покидает игру. Какого хрена он свалил? Что нам сколько осталось? А 20 минут еще. Нормально, как раз серия 3, 3 бойни. Или это что? А, это все то нормально. Вот он короче, сидит. Блядь, где показать-то? Тут карты нету. Пиздец. Ну, в смысле, мышки. Летают на самолетах. Ой, радости-то сколько. Так, вижу. Открываю, отмечаю пункт маршрута. Нанесен ядерный удар. Противник заложил бомбу с ним. У них работает ППЛА. Осколочная пошла. Бомба с небулой 5 минут. Ты убил его? Вот. Ах ты, сука! Так, кидаю. В районе подорвана бомба с небулой 5. Опасайтесь токсичных осадков. Нормально здесь разобрался с ними. В воздухе становится жарко. А где мои... Ага. А чё, было же 20 минут, ёб твою мать. В чём прикол? Ага, не было, это не было. Вот граница, я понял. Где-то вот этот сидел, этот Василис. Где-то на горе тут, блядь, был. Я просто кину ради бы. Никого. Никого тут нету. А зато они сейчас могут здесь бежать. Да? Да. Но. Куда они побегут? С таким ебаным прицелом? Противник начинает высадку. Вот как? Что это, блядь, такое? У нас есть БПЛА. Найдите их всех. Отметем то, что она мне еще не прокачана. Я же стреляю, блядь, в него, он бежит, и это вот это как это? Чё, я не знаю, что это значит. Сейчас посмотрим, насколько она мне вкачалась, кстати. А что у нас осталось? Минутка. А где они? Я помню, где они. Вон там они. Так, они ехали на тачке.
Так, наш зелененький гоп-стоп там. Где еще кто-то? Вы перехитрили этих следопытов. Вон. Открываем огонь. Идите в указ, пеший патруль. Ну, это моя оплошность, да. И этот ебучий парашют. Ну ладно, хоть забрали. Парашют, да. Парашют не раскрыл. Мочи. Блять, не успел посмотреть, как он разлетелся там в машине, нахрен. Вот. Лечу туда. На. Так, вижу снайпер вон там. Видел снайпера. Вон он бежит. Их даже двое. Идите нахрен. Я кинул сканирующие гранаты, я их видел втроем. Надо АИМ это тренировать. По-любому АИМ. Я не довожу, либо перевожу. Сколько, какого я вообще убил? Троих вроде, да? Или двоих, блять, вообще. Вроде троих. Сколько ты будешь-то? Там, я двоих всего убил, да в смысле? Я на одной крыше только двоих убил. А ну походу это и были, блять, двое. Так, что у нас серия? Серия у нас... Так, а сейчас мы посмотрим. Ну-ка. А, мне понравилось с ней бегать. О, 6-го левела. Ики. О-о-о-о-о. Плавный гаситель. Вот, что у нас. Снижение уровня шума. Да. Минус скорость прицеливания. Дистанция и точность. Точность. Мне нужна точность. Точность. Проникаясь, вот это мы берем. Обязательно мы берем. Здесь мы берем лес, мы берем вот такую, чтобы не путаться. Заходим сюда, смотрим, что у нас здесь есть. Здесь обязательно точность. В оптике я не буду брать, а здесь самой магазин на 50 патронов. Это просто волшебно. А у меня здесь магазина нет, да? Или есть? Я не знаю, следующий уровень доступен. Не знаю, что-то будем смотреть. Так, ну, в принципе, мне это понравилось. Все, ребят, предлагаю на этом серию сегодня закончить. Стрима сегодня, к сожалению или к счастью, не будет. Я даже не знаю. Может быть, что-то поменяется, может быть, что-то не поменяется. Но завтра обязательно будет стрим. По какой игре я еще посмотрю. Всем спасибо, кто досмотрел серию до конца. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока. Блядь, дергаю. Всем до новых встреч. Всем пока.